он без маны, видишь? А. Ганг мид, наверное. Ну да, наверное, надо. Данила, ты попадешь в хуком? Конечно. Кого тебе? Ну, любого. Вот этого, смотри. Ну, давай. Попал. Давай. Опа, поставил тамбу. Хилю тебя, он торрент кидает. Ой, как ты задоджил торрента. А то. С 5 лет доджил. Всякие приколы. Секс бау, секс бау. Димка, танцуй. Подсыпай, подсыпай. Хорошо, молодец. Димон, да, не стриптиз. У меня тут проблемы. У меня просто такая штучка. Смотри, какие у Люкана зато проблемы. Его зомби под тавером давит. Проблемс? No problems. Пуш. Пуш. Хач! Трюкач. Кунка 3. Нет, не достал. Но у них нормально, у них 4 левел максимальный в игре. Ой, ошибочка. Без сапога он еще наглый, наглый такой, это вообще жесть. Слушай, нормально пошла катка, да? О, мне ботл принесли. А ты не хочешь запустить? Хочу. Ты прилетишь? Да, да. Давай, покажу. Вот, может, мы еще смог-ган какой-то устроим? Слышь, у тебя слотов много. Ща. Может, варты давай убьем? А, ну давай так. Выкинь их, я возьму. Давай. Пойду вард поставлю. Где-то наверное. Вообще им там в лес понатыкай. По возможности. Я вообще смог собираюсь юзать. Ну там вард уж нету, я. Походу пешком мы сможем даже что-то. Ну, раз то потеряно. Боже, какой сладкий. Ой, лекаша, лекаша, я иду. Ой. Пойду разведывать. Вон он. Куда ты бежишь? Волки, Парни, выдайте мне поиграть, сейчас. В смысле, Дим? Ты ж там пушишь. Ты ж пушишь? Хорошо. Наверное, надо секретный вард с тавером поставить. Куда-то сюда. О, Войд, привет. Смотри, он-то не знает, что его видно. А мы-то знаем, что он там. У тебя ботл там полный. Нормально ты начинал. Кота пой нажал. Оффлайну. Опа! Че не насыпал-то? Ясен, что твой бы. Мой же бы. О, лекаша. Бам. Бам. Диму берут. Подожди. Что, Дима, покарали тебя? А? Ну, они такие ждали меня. Изнасиловали. Да, вернее, я выкуплюсь дальше, поэтому. Вон, аут скиллит, в общий чат написал. Чё, у них тут по-любому по 5к рейтинга у всех есть. Феникс попался, яйцо будет. Значит, можно понести. Ну, не понял, что на тех лайнах делать нечего. Сюда никак.
Минотавр падает. The enemy's bottom tower is utterly beyond repair. Опа! Кто хочет курочку загрызть? Давайте на щечи. Ну, давай. Ты что ставишь, бумагу, ножницы или колодец? Ну, я колодец. А, у меня бумага. Сори. Походу. Ну, я шапнул, типа. Нормально. Люкан левел 6. Левел. Бабах! Бэм! У-ху-ху-ху. Правильно, Диман? Пойдем дальше. Пойдем, пойдем. Смотри, дерево-то не ожидает, что... Опа-джа, блин! Ты слышишь так, я умираю, Диман! Подкинул Димона к тебе. Динамо. У вас есть что? Понюхать. А зачем Тинья Тавера умер? Ясно, все понятно. Что такое? С кем я тут пришел, значит, вышку убивать? Почаще заходи. Ух, тамбу мою зафармил. ПТ нафармил, ничего себе. Короче, вообще какие-то истории. Люди вообще не могут зайти на Twitch. Ну, я тебе так скажу, у меня до сих пор не открылся ни один, ни твой стрим, ни это, и половина стримов почему-то именно доты не работает, то есть я могу открыть. Ага, Риот заплатили. Это опять проделки Риотов, да. Новая политика. Вот. Ну, я просто говорю, вот, например, а нет, там уже все игры подвисли. До этого открывалось, сейчас уже все подвисло. У меня все работает, на самом деле. Не, так ты не обновляй страницу просто. Я не обновляю, то что я... Нет, промазал. Ого, тут войды всякие, ликантропы. Так, может, все-таки все равно их покарать здесь? А что? Они вот тени. Бэм. Ух, who is coming for dinner? Ой-ой-ой-ой-ой. Димон, у тебя есть форстав? Нету. Нет. Плохо, плохо. Я маг. Нужна мана. Пошли вот этого убьем. Мана плакс, да. Ну, ворачивайся, что ж ты такой, боже, что реакция у него как у дедушки. Дуган на кубке какой-то катает. Пойдем, пойдем. Конечно. Bottom tower is being invaded. The enemy's top tower is now ash and dust. Проткнул его живот, видел? У вас тоже кресты и скунки летают? И кунки летают, и кресты, да. Так все и было. Хорошо, хорошо. И пуджи. И птица на пудже тоже летает. Опа, тарантик. Втанковал. Я думаю, пора хукнуть кого-нибудь, правда? Угу. Например, его! Хорошо, пошло, хорошо. Чего волков на меня направили? Думаю, можно. Дим, можешь, Дим, можешь выложить, я залью маны тебя.
Слишком далеко. Влево дал. Так, у меня что-то денег много, что купить? Догон, наверное. Бэднес. И... да. И Power Dress. Димон, напали, помогите снизу, спасите, хулиганы жирения лишают. Да, убежите. Катапу фармить. Quest complete. Your enemy's middle tower is gone. Your bottom tower is being invaded. Владмир принести, что ли? The enemy's middle tower has fallen. Справлюсь ли я с кункой? Вот в чем вопрос. Но мне кажется, там засада дальше с растой осталась. Ааа, промазал! Ааа, бежим, бежим, бежим! Купол? Нет! Я не ошибся. Засада, партизаны, волки. Слишком глупые и предсказуемые. Музыка кончилась. Верни. О, я живой. Я живой. Ребята, я иду. Ведь хорошо на вышке ломает, игнорируя армор. Ну про что? Она не игнорирует армор. У нее просто половинчатый дэмэдж. Ну, вышки ж нету резиста, она по вышкам бьет, но она половинчатый бьет. 325 на 2 162,5. Давай! Да, ребят, если вы хотите остаться на стриме, то не обновляйте страницы, иначе вы обратно не зайдете. Yeah! Победа! Опа! Налегке, да? Вообще иди. Бам-бам. Смотри, как Батчер веселится. Это у тебя такая анимация, да, на сайте? Угу. Он прыгает, типа, танцует. Реально. Завозим, по-моему. Так, сколько дало? А с Артема на бузер. 19. Что-то да. ФНГ, конечно, слабенький. Еще посмотрим, сколько. ФНГ. О, 6 тысяч. Ты всю жизнь будешь на 6 сидеть? Слабак. Так, слушай, смотри, что мне написали Valve. Нюф. Ты, наверное, мы на стриме. Не-не-не-не-не. Тебя же точно, наверное, написали, ты можешь эти открыть заметки, которые там, месседжи, типа. И мне. Congratulations, you are one of the best Dota 2 players in the world. А, это так мне... я уже открывал. Ну так все, видишь? Типа. Это означает, что мы теперь не будем играть с полными упорышами? Ну, получше, знаешь, получше. Получше я пока не заметил. А где нет, вы это? Так это еще не вели. А где вы это нашли? Открой этот, типа, e-mail, там где закрыть доту рядом. Ну. И пролистай вниз, там будет сообщение, там надо enter, если оно у тебя есть, конечно.
Потому что, Дима, может быть, Valve не считают тебя one of the best players. Димон, ну ничего, когда-нибудь ты потренируешься, и тебе пришлют такую тему, потому что я уверен, что какому-то Васе 228 уже прислали, а тебе еще нет. Да. Нет, потому что у них типа... Надо еще пару интернешнлов выиграть. Да-да. О, кстати, Twitch поднялся, по-моему. Дань, что там, твои зрители готовы к моему, к моей речи? Может, не стоит. А, стоп, кстати, Гайс, я уже все. Я забыл. Да забей, нормально. Не-не-не, 25 минут игры. Да я на пурже буду. Вы с кем играете? С Володей, по-моему. С Володей, я посмотрю заодно. Ну посмотри, посмотри. Только надо тебе будет этот пати дать, если там, если что. Что там по идее? У меня на Steam кошельке 10 тысяч. Я случайно продал курьера, я не знал, что... Зря продавать, и опа. Вообще не знал, что... возить из города. Эх, Дима, Дима. Учусь, учусь. Па-па-па-па-па-па. Чё, Дэнс, так, да? Да. Вдвоём. Конечно. Их... Ну, кстати, втроём хорошо идёт. Втроём так по лайну забираешь и... контролируешь ситуацию. О, Дань, скинь, пожалуйста, ссылочку на свой плейлист. Я чуть там тоже скоммунижу. Держи. А как ты делаешь, что разнобой, например? Там есть кнопочки. В плеере, по центру, снизу. Перемешать. Нажимаешь. Сейчас. И все. Заценим. Вам скину. Пойдет. Так, Данил, объясни мне, так как я особенный. Да. В области функция перемешать. Ну там, где плеер снизу. Видишь? Плеер. Нашел, да. Играть все еще. Там есть кнопка play, как во всех плеерах. Назад, вперед, а правее есть звук и перемешать. Повторять. Что-то там. Нашел? Да, я запускаю. Саня, походу, классику любит. Пошел либо я играть в релакс, если пригласили, ну, зависит от ситуации. Многие игроки, когда вот их приглашают, они не всегда раскрываются на полную силу. Бывает. Много я... Тебе говорят, братан, нет, про все это забудь. Сейчас мы тебе покажем простое действие. Садись и делай. Вот, или там, знаешь, какие-то по стратегии, координации. А люди, они это игнорируют. И говорят, нет, мы все знаем, мы все умеем, мы все понимаем и вперед. Поэтому нужно смотреть на людей. Потому что релакс они... Я там вообще уже никого не знаю, кроме Дреда.
4 новичка, которые сейчас реально тащат. Кстати, Дань, ты когда был на MLG в Америке, ты видел, как Артизи играет за спиной? Нет. Нет? А то, может, он как кореец, у него там АПМ 200+. Там когда играет. Там когда смотришь за парнем а-ля... На MLG я даже не знаю, как он выглядит в лицо. Да? Ну, после MLG его заметили, узнали. И, кстати, Синг-Синг красава, что на хардлайне он шарит. То есть, даже не знаю, любишь ты его или другой эффект. Синг-Синг молодец. Да, но он реально показал интеллект, что понимает он доту. Много играет, старается. Dedicated. Ну, много играть ему. Само собой надо. Не, Крейзи новичок для меня, потому что я с ним почти не общался. Я его только увидел в Virtus Pro и все. Взять Урса Варио. Давай. Хочешь, пойдем Рошана убьем на первом левле? Да нет, уже поздно. Чего? Я две фласки куплю. Потанкую. Не, сейчас посмотрим. Сейчас пусть нафиг что-нибудь возьмут. ВВР-ка мне нравится. ВВР-ка уже идет. Что, Мишка, пошли рискнем. Да? Давай, да. Я куплю Стал Шилд. Я фласкшилд. А? А я Пурманшилд, да? Ну, не знаю, тебе надо тоже, наверное, какой-то реген. Короче, пошли, Ковроши. Пошли, пошли. Реген. Рошан. Наверное, ты должен начать бить. Я, короче, такой лол. Я записал в общий чат Рошан. Да, не рискнем. Ты, Димон, красава! Это я случайно забей. Рискнем. Какие вотчерс. Я танго уже прихал. Да, наверное. Короче, Димон, да, первый бей. Станешь красным, отойдешь, блин. Подойди ближе, ну. Станешь красным, отойдешь, я тебе фласку нужен. Ой, слышь, по-моему... Что-то нас хилит. Это Феникс, да? Да. Идет, будет Сикер. Отходи. И бей сейчас, да? Да, бей. Сейчас подойти не могу. Всё. Давай. Давай! Так, дай я пошел. Ой, Димон! Ой, Димон! Каждый сам за себя! Ну, кстати, нормально. Какая-то польза. Да, что-то печально. Не, почему, смотри, ты его... Я его не убью, у него 300 мулспина. Сколько, 2 фласки дать было? Да. Еще ты ВБ отдал. Ну ты просто, если бы в чат не написал, думаю, они бы хер бы пришли. Если стрим не полили. Я редко это делаю. Я теперь без регена на центре, без закупа
А он тоже. 200 голды. Буду страдать, короче, походу. Правильно. Не боимся мы волка, совы, всех, короче. Нам все равно. Ай-яй-яй. Опять холд что-то не сработал. Я не знаю, то ли у меня с пальцами что-то не так. То ли с моим интернетом. Руна снизу, надо бы ее, чтобы отжали. Но походу это уже не выйдет. Женя, не хочешь воевать? Слышишь, у меня Женька на линии. Женек. Женечка. А, Рубик у меня в инвизе. То ли я думаю, что Женька такой активный. Надо убивать себя быстрее. И надо бы еще одну телепорт купить. Хардвейнер руну не пошел чекать, который и так второго левела не получает экспы даже. В итоге пришел, меня убил Рубик с инвиза, стал третьим. Добро пожаловать в Дотан. Да, Димон? Да. Кстати, вообще уже не слышно, если что. Меня вообще не слышно, но такого не может быть, я точно. Ну, тут очень тихо только что было. Да, ну. Буду кричать и визжать. Давай, давай, покрикивай. Ночь началась, руна сверху, Найсталкер побежал наверх. Может потом наверх пойти. Он так и сделал, если что. Он у вас еще. Он возвращается. Ну стой, птичка. Чё ты тупишь? Давай. Рубик вниз пошел. Прорисовывается у меня еще.